Игорь, здорово. Привет, друзья! Решил показать вам сегодня всю свою тренировочку, как она проходит. Сегодня по плану гликолитические мышечные волокна, естественно, гипертрофия, грудь, грудные мышцы и широчайшие. Сейчас делаю разминку, сделал уже для грудных мышц, и буду переходить к рабочему подходу. Затем перейду, разомнусь для широчайших, сделаю рабочий подход. Потом сделаю голень. И вот так по кругу буду делать. Подход для грудных, подход для широчайших и подход для голени. Если будут силы и желания, то сделаю по одному-два подходика на трицепс и на бицепс. Завтра хоккей, завтра будет день без железа, поэтому, может быть, получится. Сразу, друзья, для тех, кто заметил, что я в поясе, друзья, это матерчатый пояс, а сегодня кондиционеры дуют, не знаю, нереально просто, тем более воскресенье, народу мало, кондеры херячат не слабо, поэтому просто, чтобы не продуло поясницу. Ну что, пойду готовиться к рабочему подходу для грудных мышц. А вы тренировались сегодня, друзья, или не успели, или у вас сегодня выходной? Не переживайте, это видео выйдет и на YouTube канале, может быть, там с большими комментариями, обрезанное. Электролиты, друзья, наше все.
Ну что, друзья, это был первый рабочий подход на грудные мышцы. Чтобы вы не путали, потому что я сейчас пойду делать широчайшие. Повторяю, я сегодня тренирую грудные и широчайшие основные мышечные группы. И работаю следующим образом. Рабочий подход на широчайшие, рабочий на грудь. Вставочный подход тоже, естественно, рабочий для голени, для икр. И снова. Несмотря на то, что я говорю по кругу, это не значит, что я не отдыхаю между упражнениями. Это глупость. И не просто в плане тренинга, но и для здоровья, для сердца это ничему хорошему не приведет. Поэтому, друзья, всегда изучайте физиологию, смотрите, как и что для чего работает. Получается, между упражнениями я отдыхаю где-то 2-3 минуты. А между упражнениями, вернее, подходами на одну мышечную группу получается где-то 7-10 минут, как и учил Виктор Николаевич. Погнали, широчайшие не ждут. Одно из моих любимых упражнений для широчайших – это данный станок «Хаммер». Просто один из лучших, считаю, станков. Сейчас навешу веса и пойдем. Первый разминочный сделали, сейчас довешу еще весов. Поднимаю спинку сидения, если вы заметили, на самый верх. Для чего я это делаю? Для того, чтобы максимально полно использовать амплитуду. Я считаю, как и Дориан Яц, придерживаюсь его точки зрения, что когда мы работаем над гликолитическим волокном, в обычном нашем качковском режиме, то амплитуда должна быть полная. Во-первых, это увеличит время нахождения под нагрузкой непосредственно. Но что самое главное, вы будете целиком и полностью именно отдаваться процессу, не будете тормозить нигде. Единственное, следите за тем, чтобы не включать суставы все-таки. Но это буквально миллиметры движения. С опытом вы прочувствуете, поймете, о чем я говорю.
Ну что, я готов к первому рабочему подходу. А у нас вот такой ливень сегодня. И несмотря на это все, кондеры работают на всю. Приходится ходить мне сегодня в теплом матерчатом поясе. Так что, друзья, не отключайтесь. Понимаю, что это не так интересно, скучно. Но тренировочка моя в полном разгаре, в полном процессе. Скоро приступим к выполнению первого рабочего подхода уже на широчайшие, и дальше пойдем на икры работать. Итак, сделали по рабочему подходику на грудные, на широчайшие. Идем, сделаем икры. Естественно, тоже сначала разомнемся и только потом уже начнем делать непосредственно сами икроножные. Сейчас сгоним парня. No, don't pump it up. Don't pump it up now, but just pump it up.
Ну что, друзья, два разминочных на икры сделали. И сейчас отдохну, сделаю уже непосредственно рабочий подход. Ну а дальше все, как вы видите, пойду делать грудь, спину широчайшие и снова икры. Вот так вот по кругу, отдыхая 2-3 минуты между каждым упражнением. И, как я говорю, получается где-то 7-10 минут отдыха между рабочими подходами на одну рабочую мышечную группу. Как и завещал Виктор Николаевич. Фу. Друзья, связь вообще очень плохая, поэтому я сейчас прямую трансляцию остановлю. Но не переживайте, я сниму видео уже дальше просто на телефон. И полную тренировку вы сможете увидеть, как всегда, у меня на YouTube-канале Heavy Metal Gym. Надеюсь, вам нравится то, что я выкладываю непосредственно именно тренировки, как я тренируюсь, чтобы вы видели, что все мои советы не расходятся с делами. Как советую, как рекомендую, так сам и тренируюсь. Спасибо, что смотрите, друзья. Уже скоро увидимся. Не прощаюсь.